Здравствуйте! Сегодня изучим 20-ю статью нашей Конституции. Статья 20 нашей Конституции гласит: «Гражданины Республики Узбекистан и государство связаны взаимными правами и обязанностями. Права и свободы человека, закрепленные в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишать или ограничить их. Права и свободы человека действуют непосредственно. Права и свободы человека определяют суть и содержание законов, деятельности государственных органов, органов самоуправления граждан и их должностных лиц. Меры правового воздействия на человека, применяемые государственными органами, должны основываться на принципе соразмерности и быть достаточными для достижения целей, предусмотренных законами. Все противоречия и неясности в законодательстве, возникающие во взаимоотношениях человека с государственными органами, толкуются в пользу человека. Граждане и государства, вступая в отношения друг с другом, приобретают различные права и обязанности. Например, в случае обязанности граждан бережно относиться к окружающей среде, государство должно принять меры по реализации экологических прав граждан. В статье также отмечается, что закрепленные в Конституции и законах права человека ограничиваются только судом, а цель деятельности всех государственных органов вытекает из прав и свобод человека. Основной целью закона является реализация и защита прав и свобод человека. То есть законы не могут обременять кого-либо чрезмерными обязательствами или затратами. Напротив, посредством законов в обществе осуществляется правовое регулирование, стабилизируется жизнь людей и обеспечивается бесперебойное движение. Принцип соразмерности преследует ту же цель. Неясности в законодательстве, регулирующем отношения между государством и человеком, приводят к различным недоразумениям, излишней озабоченности человека и гражданина. Эта статья Конституции предусматривает, что несоответствия разрешаются в пользу человека, а не государства.